Друзья, привет! Я Юрита, художник из Лондона. И сегодня королева прилетает, гроб с телом королевы прилетает из Эдинбурга сюда, в Лондон. В Лондоне идет дождь, народу много. Давайте посмотрим, как это было. Ребят, я подхожу к Букингемскому дворцу. Здесь довольно-таки много, да, много народа. Вот вы видите, да, люди продолжают идти. Вот поток людей в одну сторону. И там выходит поток людей в другую сторону. Это сделано специально, чтобы убрать трафик, столкновения. Сейчас мы... Я хочу пройти на ту сторону дворца. Сейчас очередь, похоже, примерно как меня дедушка водил в мавзолее Ленина 50 лет назад. Тоже три винта и бог знает куда. Так, вроде как бы нет еще, да, уже вот вроде как бы. Так, вот здесь мы вывернули напрямую, по которой сейчас пойдем к Букингемскому. Сейчас королева уже в воздухе, ее уже с Эдинбурга самолетами военно-вооруженных сил Британии везут сюда. Затем ее привезут с аэропорта сюда, в Букингемский дворец, в Боурум. Это такая круглая комната с краю дворца, с большими дверями, выходом в сад, где королева любила принимать иностранные делегации. Последний раз она там была в 50-х годах, она там делала рождественское поздравление. И вот она сегодня будет ночевать там, завтра ее повезут в Вестминстер для прощания. Вот вы видите, люди уже занимают места в первом ряду, чтобы видеть, как поедет машина с королевой. Ну вот вы видите, тут уже нет ни цветов, уже ничего нет. Thank you.
Вы видите, памятник тоже уже весь закрыт. Там стоят камеры, которые загородили красивыми такие серого цвета защитное сооружение. Так, начинается дождик. Да, люди, смотрите, стоят под зонтами. То есть, даже если я вытяну камеру на максимальную высоту, не уверена, что вы что-то увидите, потому что одни зонты. Вот, видите, я встала практически у самого забора, тут буквально до него, ну, где-то метр, и три человека. Ну, я, конечно, постою, если повезет, они уйдут, и я как бы окажусь в первых рядах. Но не факт, уже вовсю идет дождик, конечно, сейчас вытащат зонты. Ну, не знаю. Вот, все ждут, пока поедет Ее Величество. Здесь будет ее последняя Вот вы видите, идет очень сильный дождь. Все под зонтами, в капюшонах. Время 5:30 показывает. Ориентировочно осталось полчаса, пока она прилетит. Еще минут 20, пока она доедет с аэропорта сюда. Народ уже собирается, и ну как бы никто никуда не уходит. Уже журналисты заняли свои места. Ну вот, ждем. Часы показывают без 10, через 10 минут самолет приземлится в аэропорту Лондона и поедет сюда машина.
Смотрите, откуда ведется съемка, как мы всегда думали, что это с дрона. Нет, это подъемный кран, в парке стоит. Вы видите, как люди волнуются. Вот сзади меня женщина, ей плохо, и пришли медработники, и ей помогают. Все-таки, видите, не для всех. Не для всех это радость. В основном, кстати, для молодежи, потому что, ну не знаю, они не хотят монархию, они уже делали несколько выпадов против нашего нового короля. Да. И с плакатами уже пробовали стоять, и на дорогу выбегали перед машиной. Правда, как бы это был бывший военный, он сказал, что я хотел, значит, короля сфотографировать. Выбежал на дорожную, на проезжую часть, вот когда кортеж короля ехал вчера, по-моему. Вот, ну... Ну, некоторые, вот видите, как эта дама, и вот я позавчера снимала тоже, как женщине стало плохо, ее медики на коляске увозили. Ну, вот как-то так, да. Видите, сзади у меня на дворце уже подсветку ночную включили. Время без 27. Я еще не могу отсюда выйти. Еще все перегорожено. Мы еще ждем, когда, видимо, проедет принц. Я не знаю. Вот в закрытом пространстве тут под дворцом стоит. Собственно, я вам все уже рассказала. Больше сказать такого на сегодня пока нету. Следующее самое значимое, конечно, событие — это прощание. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем, что хотим смотреть. И таки да, хочу вам сказать, что я, конечно, люблю королевскую семью, но я не ее биограф, и я художник. И сейчас просто, поскольку такое событие, университет, я особо, ну как бы, не рисую сутками. А вообще на канале я выставляю свои работы, которые можно купить, можно заказать копии. В принципе, мое образование позволяет делать копии работ. Ну как-то так. Смотрите, пишите. И спасибо вам, что вы тут. Друзья, вот в этом круге мы все стоим вторую час. Да. Не выйти, не покурить. Поскольку все равно не выпускают, вот стою вам, снимаю все.
Видите, какую позицию я заняла выгодную, жду короля. Сильно он рядом со мной. Вот так вот. Very patiently filming, trying to capture that moment when the gas, when the herd goes through these things for the last time in the boat and back in the marathon, and be met by the queen and all sorts. And it would be taken. It's all about 50 or 60 guards, palace guards, marching in there earlier as well. So they're all at the back, overlooking the grounds, the parkland at the back of Buckingham Palace. And there there'll be a vigil, which will be attended constantly by members of the, you know, like clerics from the Church of England, until tomorrow when the funeral procession will take place from Buckingham Palace to Westminster Palace. Yeah, can you give us a shot of it, Lewis? Thank you.
behind me now if you want to take me. It's coming right behind me. So many people have been waiting for so many hours here in the rain to see the first glimpse of the Queen's coffin making its way for the last time through these gates into Buckingham Palace. Дала королеву рядом со мной CNN, и мы дружно сняли репортаж. Здесь творится что-то невообразимое, просто народу миллион, время практически уже, не знаю сколько времени уже, темно, видите как? Мы дождались исторического момента, я...